Москва! 33 победы в бой, 20 досрочных. And his opponent across the ring in this main event, Dimitri Bivol! Будет остановлен, если соперник будет трижды. Championship of the world. Ну, эти правила вам все хорошо известны. 12 раундовый бой, который, конечно, прошел уже. Действительно, был очень хорош. У него также поражение от Бернарда Хопкинса. Большинством голосов заканчивает свою карьеру. Но потом вот решил, выиграл одного новичка, Босса. Ну и вот решил выйти сегодняшний день из соперников у Дмитрия Бивола. Но их никого не осталось. У каждого свой бой, и соперников серьезнее, посильнее поставили. По взвешиванию сейчас станции. Прекрасная реакция. Перед тем он у него была же. Выиграл. По очкам. Начал терять удары. Красавчик! Dans des combinaisons plus courtes en début de combat, c'est un peu trop tendu, c'est normal. All right, la glace est brisée, mais reste. 4 срочных. Все это подтверждает их совместно. Немножко строк говорить о том, что у своего соперника. И вы знаете, настоящие любители бокса, тонкие цены, не всегда предпочитают нокаутеров, которые выходят и сносятся за этими шахматами в квадрате ринга. Дает гораздо, очень надеется на свой удар. Это, конечно, его решающий козырь. Что-что, надо подготовиться, удар надо донести до цели. Постоянно сбивает с прицела соперника. Вы видите, полный контроль со стороны. Еще раз хочется подчеркнуть, вот этот очень успешный. Кстати, Мощанов ведь тренирует, и Сергея Кузьмина, с ним работали еще любители. За вот эти три раунда ни одной удачной атаки. Petit bout que tu t'es mis les mains en face. Hein, il a reculé, on l'a fait reculer. Это просто великолепно. Такие моменты надо исключать. Выдернуть на себя, ну вот. Вот пробилось, наверное, входит в ближнюю дистанцию. Попытка ударить потом. Но это не важно. Раунд все равно. А 10-8 или 10-9. Защиты своей, потому что надо приучать к себе, не прибивая. Вот, посмотрите, ноль соперник, эти прямые. Пытается что-то сделать в атаку, тут же нарывается. Раунд подходит к концу. Зачем он доволен? Доволен всем, что делал. Но сделаем. Работает спокойно. Темп, который... Да.
Ну, этого нельзя делать просто. Они все оттуда. Ну ладно, это мелочи. Смотрите. Замечательно. Соперника. Их отличная тут. Ну, сейчас Дмитрий пропустил. Вот это, пожалуй, единственный удар, который удался. И он рискует. Он рискует, он пошел вперед, выбрасывает мощнейший удар. Зал почувствовал, что может рискует. Если можно так сказать. Опустит такое болельщическое выражение. Но Дмитрий тут же отвечает. И вот чем все заканчивается. Снова вспышка Паскаля. Забрать этот раунд. Ну, муж сидел. И вы видите, да? Чем вот эти вспышки Паскаля. Ну, состоит. Не очень тяжело дышит. Попытка украсть концовку со стороны Паскаля. Может, судья забить. Еще раз скажу. Здорово поставил сейчас. Дима Дмитрий Билов. Контратаки. Разбивает все попытки Паскаля. Замечательно. И он советует своим подопечным. Самое главное. На высочайшем уровне у него боев ни одной серьезной травмы. Особенно там вообще для любого человека. Вот снова эта попытка Паскаля сделать в этом бою. Ну вот немножко. Сейчас какой раунд? Отдохнул, молодец. 10-й раунд. Говорит начальник. Да, он вот пока на бабах. В этом бою трудно. Что они таковые, потому что Дмитрий уже ну, может быть, он два раунда отдали главой сбой Паскаля. Ну, вот так вот. Все из Дмитрия осталось. Он чуть-чуть отдохнул в предыдущем раунде по серии. Паскаля, конечно, но все равно там удары, которые большей частью в голову приходились. Но, посмотрите, Паскаль. Вот. Вспомнил молодость. Для Дмитрия так не показалось. Здесь становится интереснее. Посмотрите. За блоком опущенные локти. Здесь можно будет абсолютно сойти с судьями, если они отдадут. Осталось не так много. Ну, а Дмитрий сейчас рационально. Выпад Паскаля. Ну, это так вообще. Такие теоретические выпады. Убедительно. Ну, что ж. Наверное, Паскалю. Я не знаю, конечно, это дело его, его менеджера. Поединком, что он прошел всю дистанцию, он выдержал, был чемпионом. А просто выходить, что говорил ему тренер, тренер был очень доволен. WBA Light Heavyweight Champion of the World, Dmitrii Bivol! И дальше надо объединять титулы, еще раз повторю. Удачи Дмитрию. Замечательный бой. Думаю, выполнил.